Благотворительный марафон в поддержку медицинских работников продолжается. Могилевская организация Белорусского союза женщин в подарок врачам больницы номер 1 Могилева преподнесла бытовую технику. Все это поможет, по мнению организаторов акции, скрасить минуты отдыха тех, кто сейчас находится на передовой, на защите здоровья и несет круглосуточное дежурство. Весь наш коллектив выполняет добросовестно, скромно свое дело. И когда видишь вот эту поддержку со всех сторон, и сегодня мы дождались нежданной такой вот помощи от Белорусского союза женщин, это всегда очень приятно. Спасибо большое. Мы стали центром вот такой вот помощи. К нам обращаются предприятия, организации нашего города, бизнес. Мы не просто передаем помощь, мы еще аккумулируем, даем возможность, даем адреса, куда эта помощь, где она необходима. Врачам низкий поклон, слова особой благодарности. Такая поддержка не разовая. К оказанию помощи медицинскому персоналу больницы и поликлиник присоединились все общественные организации.